хороший перевод. Крестец мячом. Да, здорово прокидывает Крестец, за ним фалят удар и гол! Никита Крестец с левой ноги в девятку ворот отправляет. Пробить достаточно далеко до ворот. Слева, судя по всему, будет бить. Хороший удар и гол! Прямым ударом Никита Македонский делает счет. Гусев с мячом. Ой, какой провал сейчас в обороне сборной Шотландии. Исайян двоих убирает. Удар! 3-2! Хет-трик оформляет Эдуард Исайян. Длинный вынос от голкипера сборной Шотландии. Беляков здорово сбрасывает на Кобыленко. У того момента 3-3! Да, но шотландцы не сдают. Длинный заброс вперед. Там Кацуба, да, Кацуба за мяч цепляется, удар. И 1-1. Блестящее действие капитана сборной Франции. Егор Кацуба делает счет. Неплохо пробил. Но забить не смог. Нет, Македонский, кстати, будет бить. Все, удар Македонского и очередной гол. Шикарный выстрел от Никиты Македонского. Длинный заброс вперед. Кукаяка классно скидывает на Каштанова. Момент 2-1. Франция выходит вперед. Очередная хорошая передача от Александра Константинова. Скидка.